Устраиваемся поудобнее. Ложимся так, чтобы вам было максимально комфортно, чтобы вы в этот момент уже начали расслабляться, чтобы вы в этот момент уже начали отдыхать. И сейчас я попрошу вас сосредоточиться на звуках вокруг вас. Может, это звуки, которые доносятся с улиц, или это звуки внутри вашего дома, или внутри этой комнаты, в которой вы сейчас уютно и комфортно расположились для сна. Это может быть тиканье часов или тихое мурлыканье вашего кота, я не знаю. Или это может быть мой голос. Эти звуки касаются вас, и пока вы продолжаете отдыхать и расслабляться, представьте себе, что все эти звуки, окружающие вас, это просто тихий, спокойный фон, на котором звучит мой голос. И весь наш сеанс, пока мы вместе, этот фон вас будет все больше успокаивать, расслаблять, убаюкивать. А ваше внимание направлено на мой голос. Возможно. И вы слушаете мой голос под успокаивающий, убаюкивающий фон. И сейчас вы можете разрешить себе, что если какие-то новые звуки будут появляться или даже резко звучать, это вам позволит расслабиться еще больше. Каждый звук вам будет помогать расслабляться. И сейчас вы можете вспомнить тот случай, когда вы спокойно и с удовольствием засыпали. Возможно, вам тогда было лет 8, 10, может, 12, я не знаю. Но чаще всего именно в этом возрасте люди с удовольствием укладывались спать поудобнее, зная, что сейчас они быстро уснут, чтобы на следующий день, выходной, может быть, или это день каких-то каникул, они проснутся бодрыми и отдохнувшими, чтобы сделать что-то, что вам очень хотелось сделать, или то, что вы наметили делать. И вот они быстро засыпают, с удовольствием отдаваясь сну. Очень хорошо.
И если вы сейчас вспомнили этот момент, ощутите. Возможно, ваше тело тоже вспомнит, как оно расслабленно отдавалось спокойствию, отдыху, позволяя каждой клеточке вашего тела принимать это состояние. Спокойствие, уют, теплого и мягкого засыпания, погружение все глубже и глубже в состояние, когда начинаешь проваливаться в сон, но еще не до конца. Вот сон почти полностью обнял вас. Уютно и тепло. И, возможно, ваша левая рука уже в расслабленном сонном состоянии, и ваша правая нога тоже в сонном, расслабленном состоянии. И все ваше тело, а ваше дыхание ровное, глубокое и спокойное. Вы уже начали отдыхать. Вы уже, возможно, чувствуете, как ваше тело с благодарностью принимает отдых и спокойствие, готовясь погрузиться в здоровый, крепкий, спокойный сон. И вспоминая тот приятный случай, когда вы спокойно погружались в сон и чувствовали себя хорошо, возможно, вы сейчас вспомните другой случай, когда вы, смотря телевизор, возможно, незаметно проваливались в сон. И через какое-то время выныривали из этого состояния сна, чувствуя, как ваши веки готовы снова закрыться. Ведь это так приятно — дать отдохнуть своим глазам, рукам, ногам, телу и с удовольствием вы можете почувствовать снова погружение все глубже и глубже в это состояние сна, расслабления, отдыха. И звуки, окружающие вас, могут стать колыбельной музыкой, которая по-доброму, ласково и нежно убаюкивает вас. И, возможно, вы даже слышите это нежное баю-бай.
И сейчас вы, возможно, вспомнили свое первое сонное ощущение, и оно ласково и мягко обнимало вас. И, возможно, сейчас вы почувствуете его снова, его теплоту, его нежность, заботу, мягкость. Очень хорошо. И, возможно, ваши глаза сейчас закрываются. Если до этого они были открыты, а если они уже были закрыты, вы можете почувствовать, как они приятно расслаблены и отдыхают. И вы можете подумать о легком состоянии сна, когда он только-только начинает вас убаюкивать. Вы можете почувствовать, как ваше тело с удовольствием окунается в состояние расслабленности, спокойствия, все глубже и глубже под звуки, которые для вас сейчас слышатся как приятная колыбельная мелодия. Бай-бай. И, возможно, вы можете сейчас почувствовать, в какой точке тела зарождается это состояние спокойствия. Как оно оттуда, из этой точки, растекается по всему телу, позволяя каждой клеточке вашего тела почувствовать это приятное, расслабляющее, сонное состояние, погружая вас все больше и глубже в это спокойное, приятное состояние здорового, глубокого сна. И сейчас вы можете обратить внимание на ваше дыхание, дыхание человека, который расслабляется и засыпает. И ваши мысли, которые вы сейчас, возможно, думаете, становятся более медленными. Они успокаиваются. И вы, слушая эти мысли, все медленнее и медленнее. И даже можно начать зевать, чувствуя, что вы расслабляетесь все больше и больше. Просто наслаждайтесь этим состоянием расслабления и погружаясь в него все больше и глубже, и ваши мысли тоже
расслабляется. И еще глубже. И еще. И вы с каждым вдохом и каждым выдохом вы мягко погружаетесь в сонное состояние. Ваш внутренний диалог все более сонный, и вы можете погрузиться в глубокий покой. И сейчас, расслабляясь все больше и больше, слушая мой голос, вы погружаетесь в сонное состояние все больше и глубже. Ваши пальчики на ногах отдыхают, ваши ступни, голени, колени расслабляются и отдыхают. Бедра, живот, пальчики на руках наполнены спокойствием. Ваши руки сонные, ваши глаза сонные, ваше тело сонное. И вы просто как будто плывете к состоянию сна, вы погружаетесь все глубже в спокойствие, в состояние спокойного, здорового, крепкого сна, позволяя своему телу, своему сознанию отдохнуть приятно и полноценно. Ваше состояние безмятежно, расслаблено. Ваше тело с благодарностью погружается в состояние отдыха, здорового, естественного и такого приятного. Спите, как в детстве. Спите крепко. Я сейчас начну считать. Раз, два, три, четыре, пять. Только кончу я считать, все давайте спать. Спать. По дорогам ходит сон. Раз, два, три, четыре, пять. Всем приказывает он спать, 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 спать. Сон по улице пойдет, а ему навстречу кот. Кот усами шевелит. Раз, два, три,
Четыре. Пять. Спать. 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 Навестить идет он кукол. Только в комнату вступил, сразу кукол убаюкал и медведя усыпил. Раз, два, три, четыре, пять. Спать. И к тебе приходит сон, и, зевая, шепчет он: спят деревья, спят кусты, поскорей усни и ты. Раз, два, три, четыре, пять. Спать. 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 Сосчитаю я опять. Раз, два, три, четыре, пять. Спать. Спите, как в детстве. Спокойной ночи.